Ну что, Сань, поедешь сегодня? Конечно. Порву все. Точно? Да. Смотри на этого зверя. Красавчик, красавчик. Че, Антох, как настроение? Отлично, отлично, ждем народ. Готовы? Да так, потихоньку готовим. Дядь Толь, ну ты как? Да нормуль. Готов вообще? Да, отлично вообще. Холодно только, но готов. Ну готов. На чем поедешь-то? Я думаю, с лося начнем. Ага, ладно. У нас регистрация полная. А ты че у тебя там? Проходил?
Сань, ну как вообще? Рассказывай. Впечатления хороши. Я молодец. Если бы я не потерял машинку из виду, ага, я бы был вторым. Ага, но девчонка тебя обогнала, да?
конечно, трудновато. Глядишь, сейчас еще и второй приедет. Давай, 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 Тимур. Они с грузчики не отвалились. Ну, давай, Тимота. Правильно. Раскладывает, я так понимаю. Зачем раскладывать? Он же каким вторым же улетел, нет? Ну, это третий, не видно. Хорошо. О, видишь уже? Раскладывай. Подожди, опять кто-то едет. Не напрягайся вообще. Антоха спокойненько. Выбрасывай, выбрасывай его, знаешь.
Красавец вообще. Когда есть народ для кого-то что-то делать, и делать хочется. А если приехали кто-нибудь втроем, то у меня, честно говоря, руки уже опускают. Потому что это уже какой год? Второй, третий? Раз. Третий? Ну не знаю. В общем, вот сейчас и еще ту зиму было, когда Максим проводил, самое большее количество, так сказать, народу было. То есть делаешь для людей, а получается не для кого. Вот сегодня меня порадовало ваше присутствие, большое спасибо. И ждем вас на следующий год. Календарь мы отдельно проработаем и вывесим на нашем сайте. Смотрите, приезжайте, тренируйтесь. Да почаще, почаще надо. Почаще. Мы хоть каждое воскресенье приезжаем. Вы же не мешайте, вот идет мероприятие, а вы там ездите в своем углу, вас там интересно. Я сердце радует. У меня третье место. Его третье место. Третье место занял. Вечеров Кирилл. Поднимай кто, да. Второе место заняла Быкова Анастасия. И первое место занял Пчула Александр.